Купаться в городской черте запрещено на набережной улицы Татарской, в парке имени Лозо и на пляже в районе Седанки. Сотрудники управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти совместно с представителями городской полиции и прокуратуры пообщались с отдыхающими. Во время рейда были замечены люди, которые купались в непредназначенных для этого местах. С 2023 года за подобные действия нарушителям могут грозить штрафы. Однако администрация города пока их не наказывает, а объясняет, что купание в неположенном месте может быть опасно для здоровья. Для отдыхающих также подготовили памятку, в которой говорится о безопасном поведении на водных объектах. Главная задача – это профилактика правонарушений и объяснить людям, как нужно вести себя на воде, на пляже, что они должны делать в случае, если вдруг увидят, что кто-то тонет. Ну, соответственно, чисто профилактические мероприятия. Напомним, Роспотребнадзор для купания во Владивостоке рекомендует пляжи только на островах Русский, Попова и Рейники. На остальных территориях водные процедуры могут быть небезопасны из-за качества воды. Купальный сезон во Владивостоке продолжится до 15 сентября. На пляжах работают спасатели, а арендаторы территорий обязаны соблюдать условия для безопасного отдыха.